Артем и Антон работают сообща. Задача не просто построить машину из конструктора, а создать настоящего робота. Сегодня это снегоуборщик. Для шестиклассников это несложно. В процессе сборки они даже пытаются усовершенствовать машину. Я хочу собрать робота, который будет убирать, который будет делать несколько вещей сразу. Он будет убирать снег и будет спасать людей. Спасательная машина, короче. Создать и программировать роботов так же, как эти ребята, могут 11 учеников школы «Надежда». От простого к сложному с помощью современных конструкторов. Курс занятий рассчитан на учебный год и разбит на модули. Один урок в неделю дети на примере моделей животных, механизмов и машин знакомятся с основами конструирования, механики и программирования. Дети у нас изучают робототехнику, и вообще робототехника развивает и системное мышление, готовит будущих инженеров. Это очень важно в связи с цифровизацией общества и вообще с будущими технологиями. И мы здесь преподаем именно детям с ОВЗ, особенным детям, можно сказать. И очень важно, что дети идут от простого к сложному и познают робототехнику, и мне очень нравится вот их динамика. Для всех, особенно мальчишек, полезно заниматься робототехникой. Это прямой шаг к будущей специальности. Поэтому это очень важно. Проведение занятий с ребятами из школы «Надежда» стали возможны после заключения договора о социальном партнерстве с Центром будущих профессий «Мир роботов». Дети занимаются бесплатно. В планах у организаторов еще несколько социальных объектов. С января месяца мы также планируем запускать в городе Одинцово, в лесном городке. Это ресурсный класс, где дети занимаются тьюторами. Поэтому это будет более индивидуальное занятие. Скажем, ребенок тоже закреплен тьютор. Я знаю, что им очень нравятся эти курсы. И, ну, наверное, то, что вот мы сегодня видим, это действительно результат этой трехмесячной работы, деятельности, которую они под чутким руководством опытных педагогов сделали. И сегодня им вручили по этому случаю дипломы об окончании первого начального курса. После окончания первого курса юные инженеры-программисты получили первые дипломы и сладкие подарки от фонда «Лизонька». Но расслабляться некогда. В планах у организаторов уже в новом году подготовить ребят к первым соревнованиям в мире роботов. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».